فزت ورب الكعبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صل على علي ابن موسى الرضا طوال التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Я приветствую вас, уважаемые наши телезрители. Мы продолжаем нашу передачу, посвященную Фатиме Захре, саламу алейха. Я хотел бы поприветствовать нашего гостя. Саламу алейкум, шейх Курбан. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракату. Шейх Курбан, мы с вами на прошлой передаче закончили рассматривать роль имамов с точки зрения Корана и Сунны, и хотели бы уже начать именно говорить о миссии Фатимы Захры, саламу алейха. Что можно сказать относительно этого? Прошу вас. Ауду биллахи мина шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим, ва бихи настаин, ва хуа хайру насирин ва муин. Вассалату вассаламу аля сайид ал-анбияи вал-мурсалин, ва аля алихи тайбин ат-тахирин ал-ма'сумин. وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ وَلَا أَدَائِهِ مَجْمَئِينَ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ Я прежде всего приветствую дорогих зрителей АИД ТВ-3. И прежде чем приступить к обсуждению и рассмотрению данного вопроса с точки зрения священных текстов, очень коротко, буквально в двух словах, поговорим о том, об аятах священного Корана, которые мы зачитывали, касались ранее. Мы просто для того, чтобы напомнить, потому что этот вопрос довольно-таки ясный, недвусмысленный, довольно-таки понятный, и в том числе и в аятах священного Корана этот вопрос разъяснен, где Всевышний говорит «Вакедалика джаальна ликули набиен адуэн шаятин али инси вальджин, шаятин али инси вальджин». Или в другом аяте священного Корана Всевышний говорит: «Вакедалика джаальна ликулли набиин адуван мин аль-муджримин». Что мы установили в одном из аятов священного Корана Всевышний говорит: «Мы установили для каждого пророка врага из числа дьяволов, дьяволов из числа людей и джиннов». Или в другом аяте священного Корана Всевышний говорит: «Мы установили для каждого пророка врага, сделали каждому пророку врага из числа преступников». Второй аят, конечно, подчеркивает тот момент, что это добровольный выбор самих этих преступников стать врагами пророков. Почему? Потому что они своими преступлениями, джорм, своими преступлениями, потому что Всевышний говорит «мин аль-муджримин» из преступников, своими преступлениями выбирают этот путь. И Всевышний делает их, противопоставляет их пророкам и наместникам пророков, учению пророков, религии пророков и тому откровению, которое приносят человечеству пророки. Эти люди становятся их врагами, их злейшими врагами, их противоположностью и, как мы говорили ранее, они несут обратные ценности. Если пророки несут свет, возвышенные ценности, то они несут тьму и низменные ценности. И в толковании Али Ибрахима Аль-Акуми, в его толковании, которое, кстати, толкование священного Корана Али Ибрахима Аль-Акуми, является одним из ранних, одним из самых ранних толкований священного Корана, приводится предание. Я зачитаю это предание. Опять-таки, тот вопрос, которого касается
имам Садык, алейхиссалату вассалам, это предание, ибо это предание вот его светлости, имам Садык, алейхиссалату вассалам. Тот вопрос, который касается его светлости в этой своей речи, в этом хадисе, это вопрос довольно-таки ясный. Я просто хочу напомнить и указать на этот момент, потому что понимание этого вопроса имеет важное значение для данного обсуждения, для нашего обсуждения. Его святый имам Садык, алейхиссалату вассалам, согласно этому преданию, из Тафсира Гуми приводит, говорит, что «Ма ба'асаллаху набиян, илля ва фи умматихи шейтанан». «Юэлдиянаху ва юдиллянан наса ба'даху». Что Всевышний не отправлял ни одного пророка, не противопоставив ему двух дьяволов из его уммы, из его народа, из его собственных последователей. То есть у каждого пророка были дьяволы и противники, и враги из числа его собственных последователей, из числа его собственной уммы. И это, конечно же, совершенно очевидно, когда говорится о том, что враг, когда говорится дьявол, здесь не подразумеваются обычные люди, ведомые люди, которых мы, согласно выражению Священного Корана, Священный Коран их называет мустадафин, ослабленные, ведомые, подвергнутые влиянию. Они слабые люди. Они не являются лидерами, они не являются руководителями, предводителями, они ничего не решают. Их обманывают, их вводят в заблуждение. В данном хадисе говорится именно о руководителях. Конечно, когда говорится о врагах, когда говорится о шайтане, о дьяволе, то вне всякого сомнения речь идет о ком? Речь идет о тех людях, которые создают движение, создают направление истории, меняют направление уммы. Которые выводят из света к тьме. Совершенно верно. Словами. Например, и в предании говорится о том, что эти дьяволы, здесь, конечно же, в предании необходимо подчеркнуть, что сказано шейтанан, то есть два дьявола должно быть в умме. То есть у каждого пророка было два дьявола, которые выводили и меняли движение истории. И в предании говорится, что эти дьяволы причиняли страдания этим пророкам и выводили людей из ислама, и выводили людей из их религии, из религии этих пророков, после этих пророков. После пророков выводили их из религии. И здесь имам Садык, алейхиссалату вассалам, перечисляет этих дьяволов из предыдущих общин, которые противостояли предыдущим пророкам, то есть тем, которые предшествовали его светлости, посланнику Аллаху, саллаллаху алейхи ва саллям. Здесь мы всех перечислять не будем. Например, в качестве один из тех дьяволов, который упомянут в Священном Коране, это Ас-Самири, который после того, как его светлость Муса, алейхиссалам, ушел на гору Тур, он вывел его общину из единобожия, вывел его в многобожие. Да, так и есть. Эта история разъяснена в Священном Коране. И что самое важное, Ас-Самири не был чужестранцем. Ас-Самири не был кем-то, кто пришел извне. Нет, это он был из уммы Муса, алейхиссалама. Он был из числа его, то есть в числе его последователей, в числе его уммы, в числе его общины. И имам Садык, алейхиссалату вассалам, приводит пример. А когда говорит о его светлости пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, его святость имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит, «Ва амма сахиба Мухаммад», что касается сподвижников, потому что он должен быть сподвижником. Этот дьявол должен быть сподвижником. А что касается тех двух сподвижников, его святости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Фахабтарун ва Зурейкун». Имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит, это Хабтар и Зурейк. Кто такой Хабтар и Зурейк? Хабтар переводится как лиса. А Зурейк это Азрак. Азрак уменьшительное имя от Азрак. Азрак, то есть голубой, синий. Синий и голубой называется в арабском языке Азрак. А его уменьшительное Зурейк
И почему? То есть да, это, интересный вопрос, это, что подразумевается? Это не имена этих людей, угу. Само собой, имам Садык, алейхиссалату вассалам, не назвал имена этих людей, этих двух людей. Это характеристика этих людей. Угу. Это характерная черта этих людей. А почему эти двое? Ну, я думаю, что все прекрасно понимают, о ком идет речь. Мы тоже имена называть не будем, точно так же, как его светлость имам Садык, алейхиссалату вассалам, не будем об этом говорить. Но что такое хабтар? Хабтар это лиса, то есть указывается на хитрость этого человека, на его характеристику как хитрый. То есть почему он лисой назван? Потому что хитер. И зурейка, потому что и в истории об этом говорится, что у него один глаз был голубой. У него не два глаза были голубые, а один глаз был голубого цвета. И поэтому он получил это прозвище Зурейка. То есть мы через эти аят священного Корана, то есть это коротко о том, что из себя представляют враги его святости, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в частности. Потому что в аятах священного Корана Всевышний говорит обо всех пророках. وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّينَ Адуан мин аль-муджримин. Ва кадалика джаална ли кулли набийин адуан шайатин аль-инси валь-джин. Мы для каждого пророка, Всевышний говорит, установили врагов. В чем эти враги заключаются? То есть мы должны понимать призму и точку зрения священного Корана. С какой точки зрения священный Коран рассматривает вражду с пророком? То есть, что имеется в виду, когда в Священном Коране Всевышний говорит о вражде с пророком? Что здесь подразумевается? То есть, можем ли мы толковать вражду с пророком, как мы это понимаем в обычной жизни, вражду? Когда, допустим, двое людей между собой враждуют. То есть, вы хотите сказать, в чем именно проявление, в да, чем этой, проявление вражды? Этой вражды? В чем заключается проявление этой вражды? В обычной жизни, когда мы говорим, один человек враждует с другим человеком, мы имеем в виду, что у них есть что-то личное между ними. Есть какая-то личный какой-то конфликт. У них произошло столкновение личных интересов. В этом вражда. А священный Коран не говорит об этой вражде. Священному Корану этот вопрос вообще не является, для священного Корана этот вопрос вообще не является актуальным как таковой. Священный текст рассматривает это с более с концептуальной точки зрения, с идеологической точки зрения, с ценностной точки зрения. То есть эти люди враждовали с учением пророка. Эти люди враждовали с ценностями посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. Эти люди враждовали, именно искажали и враждовали с его религией и создавали альтернативное учение, альтернативные ценности, альтернативную концепцию. То есть в этом заключается вражда этих людей. И если мы посмотрим на историю, мы не будем сейчас об этом говорить, опять-таки это еще своя целая история, да, о том, как эти люди меняли религию ислам, как они вражда, как у них их вражда проявилась с его святость посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Так или иначе, каждому из нас, и в том числе и нашим телезрителям, в той или иной степени этот вопрос, я думаю, должен быть известен. Что, но мы должны в данном случае понять то, что это была концептуальная, идеологическая и ценностная вражда. Вражда с ценностями, которые принес его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что когда Всевышний говорит «ликулли набиин», говорит «для каждого пророка», то здесь указывается именно на этот статус пророка. Именно со статусом пророка они враждовали. Они не враждовали именно с какой-то определенной личностью. Почему? Потому что, допустим, его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, получил посланническую миссию в 40 лет. До этого, возможно, он вообще никаких отношений с этими людьми не имел. Может, они даже его и не знали. А если и знали, ничего об этом не упомянуто, в истории не упомянуто, что эти люди, именно эти люди, с ним какую-то, к нему какую-то вражду испытывали и с ним какие-то отношения имели. Нет. Именно когда он получил посланническую миссию, начинается история, отдельная история
взаимодействия и столкновения. И здесь очень многое можно сказать. То есть, кто, как они враждовали при жизни его святости, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, с ним враждовали, и точно, то, как они враждовали после него. Но очевидно, что они враждовали. Враждовали с его учением и изменили его учение, подвергли его учение искажению, как говорит его святость имам Садык, алейхиссалату вассалам, وَيُضِلَّانِ النَّاسَ بَعْدَهُ, и вводили людей в заблуждение после пророка. Вводили людей в заблуждение. Они при жизни пророка причиняли ему страдания, а после выводили его общину из религии. Это вопрос, о котором необходимо иметь представление и который необходимо понимать. А теперь обратимся к аятам священного Корана в суре Нур, в священной суре Нур. И в аятах этой суры разъяснено. Сура Нур – это сура свет. Переводится как сура свет. В аятах этой суры Всевышний разъясняет историю и пример и обстоятельства столкновения света и тьмы. Давайте обратимся к этим аятам и посмотрим, как Всевышний описывает эти столкновения и как описывает лагерь тьмы и как описывает лагерь света. Всевышний говорит: «Аллах нуру самавати валь ард», что Аллах Всевышний является светом небес и земли. «Масалу нурихи», и чем сравнивать свет Аллаха? Что из себя представляет свет Аллаха? Всевышний говорит: «Масалу нурихи», и пример его света, если вы хотите визуализировать для себя свет Аллаха, то Всевышний приводит пример. Что это такое? Камишкатин. Свет Аллаха подобен мешкату. Что такое мешкат? Мешкат — это некое место, в котором, то есть, это или может быть окно, подоконник, или какая-то ниша должен быть, куда обычно устанавливают что? Свет. Это определенная ниша, это определенное место, это определенная какая-то... даже окно называется мешкатом иногда, потому что в окно устанавливают. Пример света Аллаха – это мешкат. Ке мешкатин, фиха, миспахан. И в этом мешкате, в этой нише находится светильник. Свет Аллаха подобен мешкату, этой нише. И в этой нише фиха миспахан находится некий светильник. Аль миспаху фи зузаджа. И сам светильник находится в стекле. Аз-зуджаджату. И объясняется, что из себя представляет то стекло, в котором находится этот светильник, этот свет. Аз-зуджаджа кааннаха каукабун дурийю. Стекло похоже и подобно жемчужной звезде. Подобно жемчужной звезде. Чем жемчужная звезда примечательно, то есть что здесь указывается? Именно на его... Блистает, блестящая. Да. Сверкает. Совершенно верно. Словами. Да. Ю каду мин шаджаратин мубаракатин зейтунатин ла шаркия ва ла гарбия. То есть и этот коукеб, эта звезда разжигается, начинает излучать свет, юкаду, возжигается от дерева, мин шаджаратин, которое является благословенным. Дерево, которое является благословенным. Шаджаратин мубаракатин, зейтунатин, и оливковым является. Ла шаркия ва ла гарбия. И при этом не является ни восточной, ни западной. Я как то понимаю, есть, вот дадите толкование, да, что здесь имеется в виду? Что имеется в виду «ла шарқия ва ла гарбия»? Здесь конкретно в данном случае имеется в виду, что этот свет не является взаимствованным от чего-либо. Этот свет не взят от кого-то еще. Не взаимствован, не получен от чего-то еще. То есть «ла шарқия ва ла гарбия» не получен откуда-то. Ну, в дальнейшем мы разъясним, конечно, еще дадим еще более
развернутое mm-hmm. объяснение. «Валя гарбия якаду зейтуха юды у». То есть его масло, масло mm-hmm. этого дерева готово без соприкосновения. «Валям тамсас хунарун». Без даже соприкосновения огня mm-hmm. готово светиться. То есть mm-hmm. масло этого дерева настолько готово излучать свет, что даже не нуждается в том, чтобы подносить к нему огонь. Угу. Готово возгореться без огня, без чего-либо, без того, чтобы чего-то, что-то к нему подносить. Угу. Нурун аля нур. И свет Аллаха подобен тому, что полный свет над светом. Угу. То есть состоит из слоев, множество слоев света. Яхдиллаху линурихи ман яша, и Всевышний говорит, что наставляет к своему свету того, кого пожелает. Ва ядрибуллаху лямсаля линнас, валлаху бикулли шайин алим. Это что? Это всего лишь пример. Всевышний приводит пример для людей, для того, чтобы они могли визуализировать, для того, чтобы они могли наглядно понять, в чем заключается свет Аллаха. Угу. И этот пример, который приводит Всевышний в этом аяте Священного Корана, он демонстрирует, наглядно демонстрирует, настолько силен свет Всевышнего. И насколько он легко проникает, насколько он легко одолевает, насколько легко проникает в миры, насколько проникает в человеческое общество, в человеческую историю. То есть о силе света Всевышнего говорится в этом аяте Священного Корана. И далее Всевышний говорит, что этот свет где находится? «Фи буюти надиналлаху антурфа ваюдкара фи хасмуху». Всевышний говорит, этот свет находится в домах людей. Этот свет находится в домах, которым дозволено возвыситься. Что это за дома, шейх Куба? Мы чуть позже разъясним, что за дома и о чем идет речь. То есть это, есть некие дома, которым Всевышний дозволил возвыситься. Антурфа. Фи буютин адин Аллаху антурфа. Домах, которым дозволено возвыситься, воюдут карафи и хасмаху. Мы говорим сейчас про положение, да? Вознесение имя положения, да? Возвышение. Возвышение совершенно да. Во всех его смыслах. Здесь нет ограничений какого-то. Воюд карафи и хасмуху. И в этих домах упоминается имя Бога. И в этих домах риджалюн ля тульхихим тиджаратун валя бей, он Всевышний говорит, в этих домах обитают люди, которых не отвлекает торговля от вспоминания Аллаха. Ни торговля, ни купля-продажа, ни какие-либо другие мирские, ни какая-либо другая мирская суета не отвлекает. Не то, что они не занимаются торговлей, не то, что они купли-продажей не занимаются, не то, чтобы у них нет своих мирских дел, нет, о них есть, но это все не отвлекает их от поминания Аллаха. И даже более того, разъяснено, что сама торговля и сама купля-продажа является поминанием Аллаха в этих домах. Угу. В этих домах. Но вот, если мы обратимся к... Это, конечно, история света. Но вот в дальнейшем Всевышний говорит о ситуации и о положении тьмы. И лагеря тьмы. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيئَةٍ يَحْسَبُهُ زَمْآنُ مَاءَ. А те, которые не уверовали, их деяния, их поступки подобны миражу в пустыне. يَحْسَبُهُ زَمْآنُ مَاءَ. И жаждущий думает, что это вода. Ему кажется, что этот мираж есть вода. Хатта ида джааху, до тех пор, пока не дойдет до того места, пока не придет к своим деяниям, к своим поступкам. То есть деяния неверующих подобно миражу, когда они постигают, когда они сталкиваются со своими собственными деяниями, думают, что они представляют что-то из себя эдакое. И в других аятах Священного Корана, например, Всевышний говорит, что те, которые творят нечестие на земле, они говорят, что мы что делаем? Мы творим благо. Мы творим благо, мы... исправляем. Благодетели. Мы благодетели. Да. Это в аяте Священного Корана сказано. То есть это положение
всех людей. Все люди без исключения считают, что творят добро. Устанавливают считают, мир. Устанавливают мир, совершенно верно. Угу. Приводят мир в равновесие. Все так считают. Все считают, что их деяния и что-то из себя представляют. И Всевышний говорит, те, которые не уверовали, несмотря на то, что они так считают, но их деяния подобны миражу. Они считают, полагают, что это вода. Точно так же, как жаждущие считают, что мираж это вода, они считают, что их деяния, которые являются тьмой, они считают, что это что-то из себя представляет, что это что-то благое и нужное. Но إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. Но когда они достигают, они видят, что там ничего нет, что там пусто, нет воды. Точно так же, как и с неверующим, они приходят к своим деяниям, видят, что нет, это не свет, это тьма. Но их постигает кара Всевышнего. Они находят там только Всевышнего, который рассчитывает их полным расчетом. Или Всевышний говорит, у нас есть еще время, я прошу прощения. У нас, да, пару минут есть еще. Или Всевышний говорит, ау кезулюмятин. Всевышний говорит, деяния неверующих подобно миражу или же подобно тьме. Или подобно тьмам, точнее. Ау кезулюмятин, подобно тьмам фи бахрин люджиин, в морской пучине. Деяния тех, которые творят нечестие, то есть деяния неверующих, подобно тьме в морской пучине. Ягшах мауджун мин фаукихи, мауджун мин фаукихи сахабун. Что эта морская тьма в морской пучине покрыта волной, и эта волна покрыта другой волной, и над этой волной находится облако, находятся тучи, которые закрывают эту морскую пучину от света, от проникновения солнца. То есть туда вообще не проникает никакой свет. Нет никакого света. Чистейшая тьма над тьмой. Зульматун фаука баъдуха фаука баъд. Одна тьма, один слой тьмы над другим слоем тьмы. Ида ахраджа яда гулям якеда яраха. И когда человек в такой тьме достает свою руку, он близок к тому, чтобы не увидеть даже свою собственную руку. Что здесь подразумевается? Имеется в виду, что когда в морской пучине, где над которой, которая покрыта волной, и над этой волной еще одна волна, и над той волной еще тучи, то это кромешная тьма. Человек, доставший свою руку. А то есть настолько заблудшими они являются, да, здесь? Совершенно верно, тьма, чистейшая тьма. Это, на самом деле, этот язык, на котором говорит Священный Коран, он намного яснее, чем тот язык, которым мы пытаемся это все разъяснить. Потому что каждый человек прекрасно понимает, что такое тьма, что такое свет. Мы пытаемся разъяснить это все, Эти разъяснения, на самом деле, как таковым разъяснением не являются. Скорее, являются каким-то уточнением, не более того. Подчеркиванием является. В противном случае, язык священного Корана более чем ясен и понятен. «Вамен лам яджаль Аллаху лаху нура, фама лаху нур». И для тот, кому Всевышний не установил света, у того нет света. И вот на что хотелось бы обратить внимание в связи с этим. В Усуль аль-Кафи имеется предание в толковании этого аята, этих аятов Священного Корана. Эти аяты Священного Корана разъяснены непорочными. В частности, от его светлости имама Садыка, алейхиссалату вассалям, в Усуль аль-Кафи приводится предание. Это предание приведено 5 разными путями передачи, трое из которых являются достоверными. То есть 5 путей передачи, двое из них слабые, 3 передачи, и это только у Сулькафи эти 5 передач упомянуты. 5 путей передач. То есть может быть и больше. Возможно, да, в других книгах мы обнаружим еще. То есть 3 как минимум имеется достоверных и муснат, цепочек передатчиков. И в этом хадисе, в этом предании от его святости имама Садыка, алейхиссалату вассалям, разъясняется данный аят священного Корана. Его святость имам Садыка, алейхиссалату вассалам, говорит по поводу
Аллах нуру самавати валь арды. Мэсалу нурихи ке мишкатун. Имам Садик, алейхиссалату вассалам, когда речь идет о мишкате, об этой нише, которая хранит этот светильник, в котором находится этот светильник, про мишкат, имам Садик, алейхиссалату вассалам, говорит, что этот мишкат является, этим мишкатом является ее светлость Фатима, это Захра, саламу алейхи. То есть есть мишкат, некая ниша, некое окно или некое место, в котором установлен светильник. Там есть светильник, но светильник находится внутри зуджаджа. Имам Садик, алейхиссалату вассалам, здесь говорит, «Аззуджаджату ке аннаха каукабун дурриюн, фатимату каукабун дурриюн бейна нисай ахли дунья». И имам Садик, алейхиссалату вассалам, говорит, что и этим стеклом, который подобен, чему подобен это стекло, которое подобно жемчужинной звезде, имам Садик, алейхиссалату вассалам, говорит, и этой жемчужиной звездой является Фатима, саламу алейха. И таким образом, здесь, на самом деле, в этом аяте священного Корана, согласно этому толкованию от имама Садик, алейхиссалату вассалам, ясно и недвусмысленно разъяснена роль в этом противостоянии света и тьмы, роль ее светлости Фатима Эт-Захра, саламу алейха, она уподоблена этому мишкату. То есть она есть этот мишкат, и она есть... Она как бы оберегает этот свет, да, который излучает... Совершенно верно. Что из себя представляет ниша? Ниша – это там, где хранится этот свет, где, на чем держится этот свет. То есть это ниша, на чем держится этот свет. И таким образом разъяснено то, что из себя представляет Фатима, саламу алейха, в этом противостоянии света и тьмы. И мы это, об этом с вами поговорим на следующей передаче. К сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо вам, шейх Курбан. Спасибо вам. До следующей передачи. Уважаемые телезрители, на этом мы с вами заканчиваем. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.